Так, теперь смотрите, кроме всяких обычных вещей, того, что будет происходить, здесь у нас сегодня с нами присутствует супергерой Камерамен. Вот, благодаря ему все, что здесь будет происходить, увидят наши потомки через века. Вот, именно благодаря нему все неполиткорректные шутки придется вырезать. Шутки про декана запрещены. Иван Владимирович, спасибо, что взяли меня на работу. Вот, и благодаря ему Кристине, с которой вы познакомитесь, будет огромное количество работы по вырезанию и оцензуриванию того, что здесь будет происходить. В частности, нельзя будет говорить о том, каким говнищем мы с вами будем обмазываться все это время. Вот. И из чего будут состоять лекции. Так, давайте сделаем так. А можете я уже женат. Значит, смотрите, давайте я сейчас все технические вопросы, в том числе и контакты, как меня найти, я сейчас все это расскажу. То есть, как будет устроена сегодняшняя лекция? Я вначале хочу немножко поболтать о всяких общих философских вещах, в частности, о том, какая там у вас будет оценка, это я обязан рассказать. Вот. Ну и плюс что-то более полезное о том, что вас ждет и для чего все это нужно, а может быть и не нужно. Вот. И после этого мы уже начнем заниматься настоящим делом и перейдем к чему-то содержательному. Так, смотрите. Так, у меня тут есть шпаргалка, чтобы я ничего не забыл. Давайте я пару общих философских слов скажу о курсе. Ну вот, смотрите, вы пришли на ФКН, факультет компьютерных наук. Скорее всего, вам математика ну, вот, совсем не сдалась, неинтересна, и вы сюда пришли не за этим. Вот. Значит, скорее всего, вы пришли сюда за алгоритмами, структурами данных, значит, и прочими замечательными штуками, за всякими языками программирования, может быть, даже за монадами. Если кто-то знает такие отвратительные слова, нецензурные, вот, на функциональном программировании вам про них расскажут. Так вот, на самом деле, зачем на компьютер сайенс нужны вообще такие предметы, как линейная алгебра, математический анализ, и еще, господи упаси, там алгебра у вас будет в самом конце этого первого курса. Вот. Ну, смотрите, единственная причина, по которой нужен этот предмет, это чтобы вы страдали. Вот. Никаких других разумных причин на компьютер сайенс преподавать математику нет. Но зачем нужно страдать? Вот это самое главное. Смотрите, вот мы во время лекции мы будем с вами вместе страдать. Я буду страдать, потому что мне запрещено писать на вот тех двух крайних досках. Вот. А вы будете страдать, потому что у вас лекции веду я. Вот. Но зато в результате этих страданий между нами образуется такая связь, через которую я смогу передавать вам знания напрямую. То есть вот мы будем приходить в аудиторию, молча садиться. Значит, сидим полтора часа, я вам загружаю все знания, дальше встаем и расходимся молча. Вот это вот идеальный вариант, которого мы хотим добиться. Вот, но сначала надо немножко пострадать. Вот, то есть вы смотрите мне в глаза и сразу понимаете все тайны Вселенной. Вот, и вот, чтобы этого добиться, надо чуть-чуть приложить усилий. Так, теперь смотрите, если чуть более серьезно о том, для чего нужна линейная алгебра, ну, я могу долго говорить о том, где она там применяется, какие у нее есть замечательные приложения и прочее в машинном обучении, в компьютерной графике, в симуляции физики, значит, и прочее, и прочее. Вот. Но, наверное, самое полезное, чего стоит ждать от математических курсов, и вот на это стоит действительно обратить внимание, это некоторый сайд-эффект, про который мало кто говорит. Вот когда вы, вот у вас все это закончится, это как бы первый курс пролетит быстро, и математика у вас закончится, и больше вы никогда не встретите. И дальше всю оставшуюся жизнь, скорее всего, вы будете тусоваться среди программистов, выращенных в среде программистов, которые взращивались на одних и тех же идеях. И вот на пике своей карьеры, когда вам надо будет решать очень сложные задачи, у вас в какой-то момент возникнет ситуация, что у вас закончились идеи. Вам их неоткуда брать. И люди вокруг вас, они ровно из той же самой тусовки, у них ровно тот же самый кругозор, у них ровно те же самые идеи, у них тоже их нет. И вот тут вам придется откуда-то брать новые идеи. А вы уже будете пузатыми, лысыми, старыми, и как бы учиться будет тяжело. Поверьте мне, значит, чем старше становишься, тем мозг менее гибкий и тяжелее осваивать новые вещи. Вот. И поэтому все вот эти новые идеи очень полезно изучить как можно раньше. Пусть они будут сейчас бесполезные, но они вам дадут способ думать по-другому, глядеть на проблему по-другому и решать задачи по-другому. Это, наверное, самое главное, что можно вынести из математических курсов. Просто здесь я постараюсь показать, что можно думать немножко по-другому, и не только я, но и на других предметах. Вот это, наверное, самое главное и самое полезное, что может быть. Теперь давайте перейдем к каким-то скучным, неинтересным вещам. Значит, в формате курса. Ну вот мы с вами мучаемся 4 модуля.
Значит, у нас будет два экзамена, один зимой, один летом. Вот, значит, оценка за курс – это оценка за второй экзамен. Ну, не совсем за второй экзамен, там я сейчас расскажу. Но, в общем, первая половина года она будет развлекательная. Вот. А основная это будет вторая половина. Там будет самое важное, там будут всякие штуки вроде СВД, самосопряженных операторов. Там я вам постараюсь рассказать про проективные пространства и про применение GZ-буферов в 3D-движках. В общем, какие-то такие вот штуки, они будут под конец. Вот. Но вначале надо будет освоить некую технику. Вот. Также будет по контрольной, где-то в начале третьего модуля, в начале четвертого модуля. И что по поводу оценки. Вот тут я возьму шпаргалку, потому что такое количество информации я не способен запомнить. Смотрите. Значит, по старой доброй традиции у нас есть такая вещь, как накопленная оценка и оценка за экзамен. То есть у нас вот есть итоговая оценка. И она будет у нас складываться так. Это будет 0,7 от оценки накопленной плюс 0,3 от оценки экзаменационной. Вот, теперь из чего складывается накопленная оценка? У нас будет несколько видов развлекательных деятельностей. То есть официально это как бы не важно, как там проводится. Значит, у нас будет такая вещь, как коллоквиум. Да, кстати, сразу. Первое, вот как только я начал писать, вы должны понять, почему мы будем страдать. Почерк у меня отвратительный, поэтому если у вас глаза кровоточат, это нормально. То есть как только у вас зрение падает до минус 10, знаете, вы точно ходили на все мои лекции. Вот, значит, я сейчас напишу, потом поясню, что означает каждый из этих пунктов. Контрольные. Еще будут большие домашние задания, которые будут делиться на индивидуальные домашние задания и лабораторные. Вот, еще будут семинары. Вот это все безобразие, оно входит в накопленную оценку, у нас все по десятибалльной системе. Значит, что такое, давайте так, контрольное? Контрольное – это мы дружно приходим в аудиторию и показываем, что научились решать какие-то интересные задачи. Вот, ни больше, ни меньше. Что такое коллоквиум? Это устный экзамен. Вы приходите для того, чтобы рвать на себе волосы или на мне от того, что все предыдущее время забыли про теорию и не хотели ее учить, а надо рассказать. То есть вот здесь вы будете рассказывать теорию, мы будем проверять, насколько вы знаете то, что здесь происходило. Так, значит, это значит, такие аудиторные мероприятия. Теперь, что такое большие домашние задания? Раз в энное количество времени, ну, может быть, раз в две недели, каждому из вас будет прилетать, значит, некоторое индивидуальное домашнее задание сроком на две недели, которое надо будет написать и сдать. Вот. И это домашнее задание может состоять в виде решения каких-то задач, либо лабораторных на питоне, связанных с линейной алгеброй. Вот это будет чуть позже, это будет чуть раньше. Они там как-то будут идти вперемешку, но главное мне про них не забыть. Вот, вот это хозяйство будут проверять ассистенты. Есть такое понятие, как ассистент. Значит, кто такие ассистенты? Ассистенты – это рабы системы, которые приходят сюда для того, чтобы делать всю грязную работу. Вот, значит, я так понимаю, что они должны были уже с группами связаться, но если нет, значит, это надо будет сделать старостам. Значит, теперь по поводу ассистентов и вообще всю информацию по поводу курса надо брать на вики-странице курса. Вики-страница, ну, я надеюсь, что все знают, где она находится, но тем не менее я сейчас напишу. wiki.cs.hse.ru. Вот, там вот, значит, в общем, все актуально будет загружаться туда. Так, и последний пункт – это семинары. То есть за семинары вам семинарист будет ставить оценку. Значит, по принципу только он знает как. Вот, значит, как бы про эту часть вам расскажет семинарист. Самое интересное, наверное, веселое здесь – это коэффициенты, вот чтобы вы понимали. Вот здесь коэффициент 0,36, вот здесь коэффициент 0,25, вот здесь коэффициент 0,25, и здесь коэффициент 0,14. Не густо. А теперь, предположим, у вас ситуация. У вас оценка 3,4999. Как вы думаете, какая у вас будет итоговая оценка? 3. Самая замечательная на свете оценка. Что по пятибалльной, что по десятибалльной шкале. А так хочется хотя бы 3,5, чтобы было 4. Что делать? Проблема. И вот здесь влетаю я на белом коне в золотых доспехах. И говорю, что вот ко всему этому у нас еще будет бонусный кусочек,
Это листочки с задачами. Они будут публиковаться тоже на странице курса, и они позволяют набрать больше 10 баллов за курс. И они будут вот сюда входить с весом 0,1. То есть это 1 балл из 10. Дополнительный вот. То есть на самом деле накоп по 11-бальной шкале измеряется вот в этой системе. Вот эта штука поможет... Ну, на самом деле здесь такая штука, что вот есть оценка, а есть как бы то, ради чего есть курс устроен. Курс устроен ради того, чтобы вам рассказать что-то интересное. Вот, и раз вы сюда пришли, скорее всего, ну, это не школа, сюда всех подряд не гонят, университеты заканчивать не обязательно. Но раз вы здесь, что вам, наверное, интересно что-то послушать, что-то узнать. Вот, поэтому, как сказать, я, вот все вот это, особенно последний пункт, он больше рассчитан на тех, кому интересно что-то за гранью того, что будет здесь рассказываться. Вот, и в целом из вот этой вот позиции, значит, вырастает несколько интересных следствий. Смотрите, вот зачем я здесь? Я здесь, потому что вы сюда пришли, а не потому что я тут должен что-то отчитать у доски. Это значит, что раз вы сюда пришли и вы хотите что-то узнать, моя задача – помочь вам это узнать и как бы сделать для этого все возможное. Поэтому если вы не хотите ходить, никто вам не запрещает не ходить. Нет никаких абсолютно санкций по поводу того, что кто-то не будет появляться здесь, нет никакого обязательного посещения, абсолютно никаких мер к человеку не будет применяться. Единственное, что ну вот, есть некоторые мероприятия, которые... нужно посещать для того, чтобы была некая оценка. Вот. Но как бы, если вас это не сильно волнует, то как бы, изучайте курс именно так, как вам удобно. То есть если кому-то не подходит формат, в котором читаются лекции, не проблема. Если вам там не подходит что-то из того, что здесь происходит, тоже не проблема. То есть вы можете найти любой другой учебник, любой другой курс. То есть как бы, никаких кар по этому поводу не будет. Я сторонник того, чтобы максимизировать качество образования. И если вам что-то подходит лучше, чем то, что... здесь делается, ради бога. Вот. Теперь, что еще я должен рассказать, прежде чем начать? Угу. Хорошо. Есть еще пара вещей по поводу там каких-нибудь учебников рекомендованных. Ну, вот это все будет вывешено на странице курса, но я хочу пару слов сказать о литературе вот что. Но не существует хороших учебников по линейной алгебре. Ну, это аксиома. Просто хорошие математики, они не пишут учебник по линейной алгебре, потому что они считают, что это арифметика, которая так всем понятна, а их пишут обычно все остальные. И пишут именно вот так, как не стоит писать. Вот, поэтому я не могу чего-то хорошего посоветовать, но есть несколько книжек. Вот, они также будут перечислены на Вики, поэтому я их записывать сюда не буду. Вот, значит, есть книга Винберга «Курс алгебры». И там есть одна глава, посвященная линейной алгебре. Вот это, наверное, один из лучших текстов, который только существует по линейной алгебре на сегодняшний день на русском языке. Вот. Также есть классический учебник Кострикина, но, правда, это книга, такая многостраничный кирпич, написанный на языке машинного кода для значит, того, чтобы его мог даже компилятор съесть. То есть там строго разбираются все случаи. То есть ты пока добираешься до 40-й страницы в доказательстве, засыпаешь, забываешь, какая была вообще формулировка. Но зато вот это такой вот учебник, в котором написано абсолютно все, что только можно знать, но боялись спросить. Вот. Но есть еще некая англоязычная книга. Это книга Шелдона Экслера «Linear Algebra Done Right». Вот. Значит, если вы не боитесь английского языка, то, в принципе, имеет смысл еще и туда посмотреть. То есть это на случай, если вам нужна какая-то дополнительная литература. Теперь, есть еще одна надежда студенческая под названием «Конспекты лекций». Все лекции будут набираться и выкладываться в открытый доступ на GitHub. Туда можно будет делать pull-requests, если вы найдете какие-нибудь опечатки, если у вас будут предложения и прочее. Также лекции предыдущих курсов все находятся в открытом доступе. Значит, все материалы семинаров будут в открытом доступе, это все будет выкладываться, все ссылки будут на странице курса. Вот. Теперь по поводу того еще, как связаться со мной. Значит, в принципе, есть несколько способов. Значит, ну, во-первых, e-mail. Вот, можете плевать в мою сторону, это не Google Почта, это Яндекс. Вот, Рушин Дима. Собака Яндекс.ру. Можете пытаться писать на ХСЕшную, но это плохая идея. Вот, там столько спама, что можно через год дождаться от меня ответа. Но я ее все-таки читаю. Потому что иногда там приходит по шее, например, от начальства. Вот, и про это лучше узнать. Ну, хотя бы не через полгода. Вот. Теперь, значит, есть, в принципе, предложение создать какой-нибудь канал в Telegram, чтобы можно было быстро и оперативно рассылать сообщения. Вот. Если у вас нет каких-нибудь... по этому поводу предрассудков, то я думаю, я этим займусь.
в общем, и рассылку сделаю. А вообще говоря, официальный канал получения информации – это ваши ХСВшные e-mail. Если туда что-то приходит, эта информация считается до вас донесенной. Вот, просто на всякий случай знайте, что периодически полезно проверять, что там может что-то официальное прийти, в том числе от меня, связанное с курсом. Так, отлично. Я отъел целых 20 минут, как и полагается, от начала. Есть ли вопросы? Что еще раз? У меня? Сейчас. Очень сложно запомнить. Вот. Значит, я готовлюсь к огромному количеству спама. Нет, на самом деле можно писать мне в личку без проблем. Если у вас, да, вот самое главное. Смотрите, мы здесь с вами в одной лодке. Любые ваши проблемы – это мои проблемы. То есть, если у вас проблемы с курсом, первый человек, к которому нужно идти – это я. Только, значит, я здесь царь, бог и судья, я здесь все решаю. Это надо понимать. То есть, ни семинаристы, ни учебная часть, там, ни деканат. Это мой курс, и только я решаю, что здесь будет происходить. Поэтому любые проблемы с курсом, в первую очередь, любой первоисточник информации про курс и человек, который принимает решение, это я. Вот, поэтому если у вас какие-то вопросы, значит, ну, вы зря сейчас улыбаетесь. Я вот про это напоминаю обычно там раз в две недели. И к концу года все равно пишут ассистентам, семинаристам, в учебную часть, кому угодно, только не мне. Вот. Вот, примите это к сведению. Да, еще есть такая штука, как консультации. То есть я выделю пару. Ну, обычно эта пара там затягивается, может затянуться и на 4 пары. Вот, значит, ну, то есть формально я должен выделить пару для общения со всеми вами. То есть, если у вас будут вопросы, чтобы вы могли ко мне приходить. Я, скорее всего, это хозяйство организую в этот же день после всех занятий вечером. Но я думаю, это можно будет там чуть позже обсудить, посмотреть на расписание, что с этим можно делать. Вот, если вы хотите видеть мою наглую рожу чуть больше, чем раз в неделю, вот можно будет появляться и там. Так, еще вопросы? Ну что, я вижу у вас страстное, непреодолимое желание перейти к чему-то более интересному, чем рассказ про оценки и о том, как писать мне в Telegram спамные сообщения. Так, хорошо. Давайте начнем заниматься настоящим делом. Да, значит, вот 4 доски. 4 стола с явствами. Вот представьте себе, стоят 4 стола, и на них торты, пирожные, мороженое, варенье. Но тут приходит супергерой, камерамен, и говорит: на этом столе все ядовитое. На этом столе все тоже ядовитое. Ешь только с этих двух столов. Мы послушаем супергероя, он не может врать. Так, значит, смотрите, что нас ждет. Сегодня я хочу поговорить о такой штуке, как система линейных уравнений. То есть, вообще говоря, линейная алгебра, она устроена так. В ней есть некоторая техническая часть и есть некоторая идейная содержательная геометрическая часть. Вначале мы будем с вами изучать технику. Ну, просто так жизнь устроена, что если вы не умеете складывать числа, вы не будете уметь решать задачи никакие, связанные с этими числами. Вот, поэтому мы начнем с техники. Самое простое, что только есть, это система линейных уравнений. Что такое? Значит, система линейных уравнений. Что у нас есть? Это такая картинка. То есть, вот такая картинка на листе бумаги – это система линейных уравнений. Что в этой картинке, что значит? Аиты и аижиты и бииты – это числа. Но что значит числа? Ну, сейчас мы, вот пока мы маленькие, неразумные, еще пока мало чего в жизни видели, и нам нельзя показывать какие-то непристойные вещи, мы будем считать, что эти числа – это просто вещественные числа. Вообще говоря, можно, если кто-то слышал, что такое поля, вот здесь вот можно считать, что выбрано любое поле. Про поля вам еще расскажут, вы еще нашифруетесь всякими сообщениями там на алгебре и прочее. Вот, но здесь можно считать комплексные числа, рациональные числа, то есть любые такие, чтобы можно было складывать, вычитать, умножать и делить. Вот, иксы – это просто переменные. То есть просто буквы. Так, теперь мы хотим научиться решать такую систему. Значит, вообще, что значит решение системы? Решение – это такой набор чисел. Да, если я буду использовать какие-то обозначения, которые кто-то не знает, то стоит спрашивать.
Значит, ну, на всякий случай поясню, что R в степени N, ну, это вот как раз вот такие кортежи длины N из чисел. Вот, когда я пишу так, я говорю, что просто у меня есть набор из N чисел. Это такой набор, что если мы вот эти циты подставим вместо икситых, то здесь получится верное равенство. То есть, если мы вот этих товарищей подставим вместо икситых, то у нас будет вот здесь вот верное равенство. Вот, такой, вот такая штука называется решением. Вот, и наша задача найти все решения. То есть все решения являются подмножеством в Rn. То есть решение – это какое-то подмножество в Rn, возможно, пустое. То есть решения может не быть. Вот. Так, хорошо. Давайте тогда я вот что скажу. Значит, смотрите, а сколько вообще может быть решений? Давайте переведу очень дурацкую... Что еще раз? 0,1. Да, 0,1 и бесконечно много. Это действительно все возможные варианты, ничего другого быть не может. То есть не может быть такого, что у вас будет два решения. Но и самое прикольное, что этого можно достичь уже в случае одного уравнения, одной неизвестной. Давайте просто продемонстрирую этот пример. Просто люди там думают, что для того, чтобы привести какие-то безумные, ну, пронаблюдать какие-то эффекты, нужно привести какие-то безумные примеры, там, миллиард неизвестных. Не, ни черта. Одно уравнение, одна переменная. Значит, смотрите, чтобы не было решений, 0 умножить на x равно 1. Решений нет. Второе. 1 умножить на x равно 1. Одно решение. Да, кстати, ребят, вот здесь внизу видно, не надо проводить нигде вот ватерлинию. Не видно? Окей, я понял. Так, вот давай, я буду поднимать, а ты кричи, когда ты начнешь видеть. Ага, я понял. Хорошо. Тогда пример начинается вот здесь. Ну, жизнь суровая и несправедливая, именно поэтому хочется поесть немножко яств с ядовитых столов, но нельзя. Сегодня у нас диета. То есть вот это первый случай, когда решений нет. Вот это второй случай, когда решение одно-единственное. И третий случай, когда решение бесконечно. Это вот такое. И на самом деле, вот это три принципиальных случая, более-менее только за счет вот этих трех эффектов, все происходит и в размерностях больше, когда у нас много уравнений, много переменных. Так, теперь смотрите. Это так, если на этом этапе у кого-то вопросы? Ну, я надеюсь, что их нет, но мало ли. Так, давайте поговорим вот о чем. Как вообще решают системы? Есть следующий метод. Вот я за сигма обозначу нашу исходную систему. То есть вот эта вот буква, это вот просто вот эта же картинка просто переписанная, копипаст. Вот мы хотим взять вот эту систему и надругаться над ней. Мы хотим ее заменить на другую. Более сговорчивую, потом еще на какую-то другую, на еще более сговорчивую и так далее. И найти ту самую единственную, замечательную, на которой мы скажем все, вот, именно ее мы искали. Значит, смотрите, что здесь происходит. То есть мы стартуем с некоторой системы, дальше я хочу выделить некоторый набор преобразований, который можно делать над системой, так, чтобы этот набор преобразований удовлетворял следующему свойству. Когда я перехожу от этой системы к этой, множество решений не меняется. Вот это то, что я хочу. Тогда, если я найду такой набор преобразований, что решать эту систему или эту не будет никакой разницы. Поэтому, сделав такой набор преобразований, у последней и у первой системы будет одинаковое множество решений. Вот. И цель вот этих модификаций заключается в том, чтобы дойти до такой замечательной системы, чтобы вы на нее посмотрели, и сразу понятно, какие у нее решения. То есть та самая единственная, которую вот я вот смотрю в толпу, и вот вижу вот ее взгляд, вот той самой единственной системы, она смотрит на меня и рассказывает мне про все свои решения. Вот это вот та самая система, которую мы ищем. Вот, поэтому я вам сейчас должен объяснить две вещи. Первое, что вот это за преобразование, которое разрешено над системой. И второе, вот какой вид для нас вот тот самый единственный, лучший, о котором мы мечтали. Вот вы сразу узнаете, какие у математиков мечты, вот, и, может быть, разочаруетесь. Значит, теперь... Да, и вся эта процедура, она называется алгоритмом Гаусса. Значит, теперь первая часть, преобразование. Значит, есть три типа преобразований. Пардон, я забыл одну вещь сделать. Прежде чем говорить вам о тайнах мироздания, я хочу вот что сказать. Смотрите, вот если такую процедуру проделывать, сколько времени у меня ушло на написание системы?
По-моему, я еще вчера начал ее писать, и вот сегодня только к началу лекции закончил. Вот, представьте, сколько времени у вас займет вот такая процедура, если вам надо переписывать систему одну за другой. Очень хочется найти какую-то краткую запись для системы. И понятно, что для того, чтобы кратко ее записать, можно выкинуть отсюда все переменные, знаки равенства, знаки сложений и хранить только коэффициенты. Поэтому вместо того, чтобы работать с такой системой, вместо этого люди пишут ее коэффициенты вот в такую прямоугольную таблицу. И это, такая таблица называется матрицей. Вот. И это всего лишь краткая запись для нашей системы. Вот. Строчки обозначают уравнение. Столбцы слева от черты соответствуют переменным, черта соответствует знакам равенства. Вот. И в дальнейшем все, что будет происходить не вот с системами, а с такой краткой записью, просто для того, чтобы было проще и удобнее работать. Вот. И теперь уже преобразование. Значит, их есть три вида. Значит, сразу скажу, значит, нумерация, она не является какой-то единой. В разных учебниках по-разному что-то является первым, что-то там третьим, что-то вторым. Вот, так как нет единства, то поэтому надо каждый раз уточнять, вот, что автор имеет в виду под тем или иным преобразованием. Но набор из этих трех преобразований, он везде один и тот же. Значит, преобразование первого типа. Что можно делать? Вы берете два уравнения, ито и житое. И берете какое-то число. Дальше делаете следующее. Вы берете ито уравнение, вынимаете, каждый коэффициент умножаете на вот это число лямбда, и потом это ито уравнение прибавляете к житому. Вот такое преобразование. То есть еще раз, берете ито уравнение, вынимаете, умножаете его на лямбда и прибавляете к житому. То есть вот такая процедура. Ну, или то есть, давайте я вот условно вот так вот запишу. Вот это так называемое элементарное преобразование первого типа, когда вы одну строчку с коэффициентом прибавляете к другой. Я сейчас опишу сначала все преобразования, потом поговорим, почему они удовлетворяют нужным свойствам. Значит, преобразование второго типа. Вы фиксируете также два уравнения, и то же, и меняете их местами. И преобразование третьего типа. Вы берете одно какое-то итое уравнение, берете не нулевое число и умножаете все это уравнение на данное число. Вот это три, вот это преобразование трех типов. Первый, второй и третий тип. Кто понимает, почему все эти три преобразования сохраняют множество решений? Кто это видит? О, спасибо за музыкальную паузу. Так, значит, а кто считает, что нужно пояснить хотя бы в одном из случаев, почему сохраняется множество решений? А в первом там нет ограничений? Нет ограничения. Мы ито заменяем на лямбда плюс. Смотри, здесь происходит вот что. Значит, я прибавляю к житой строке. То есть я беру вот эту систему. Да. То есть я только житую меняю, все остальные остаются на месте. Так, а кто не поднимал руку ни на один из двух предыдущих вопросов? Вот это очень интересно, это скрытные товарищи. Но давайте так. Вот здесь понятно, почему множество решений не меняется. У нас просто те же самые уравнения в другом порядке. И вот здесь тоже понятно. Если уравнение умножено на ненулевое число, ну как бы я просто поделю, и ничего не изменится. Кто понимает, почему вот здесь множество решений не поменяется? Здесь лямбда может быть ноль. Ну хорошо, я тем не менее, я просто так и не увидел рук людей, которым это нужно пояснить, но также не все поднимают руку на вопрос, кому это понятно. Смотрите, как это делается. Значит, вот, вот мы делаем преобразование, переходим от исходной системы к новой системе. И давайте поймем, почему любое решение этой системы становится решением новой системы, а потом надо будет понять обратное. Но вот когда я перехожу от этой системы к этой, все уравнения, кроме вот этого житого, это те же самые. Поэтому если что-то удовлетворяло этим уравнением, точно удовлетворяет всем, кроме, может быть, житого.
А житое уравнение, это есть сумма, это, оно представляется в таком виде. Это житое уравнение отсюда и итое уравнение отсюда с каким-то коэффициентом. Ну, то есть, если я вот сюда и сюда подставлю свое решение, эти оба превратятся в верное тождество, значит, и вот это тоже становится верным тождеством, значит, любое решение этой штуки становится решением этой штуки. Кто успел уследить из тех... Окей, хорошо. Так. Я хочу сказать, что в обратную сторону это то же самое. Почему? Потому что, чтобы перейти от красной к черной системе, надо просто сделать то же самое действие, но с минус лямбда. То есть вы просто итую строчку прибавляете к житой, умножаете на минус лямбда и прибавляете к житой. Тогда это ровно то же действие в обратную сторону, тот же аргумент покажет, что любое решение этой является решением этой. Все. Вот, так что это вот тот набор инструментов, который можно применять. Еще вот какой момент. Хочу привести пример системы. Такое, что, ну вот они внешне выглядят по-разному, но у них одинаковое множество решений. Можно, например, что-нибудь вот такое. Вот, например, системы, которые имеют одинаковое множество решений, но внешне выглядят чуть-чуть по-разному. Так, давайте посмотрим, что я хочу дальше рассказать. Окей, дальше будет алгоритм Гаусса. Черт, дальше идет отравленный стол. Так. Кстати, а кто знает тайное знание, во сколько у нас заканчивается лекция? 12:30. Слушайте, я что-то быстро пошел. Мне придется что-нибудь еще сегодня рассказывать. Из незапланированного. Надо было побольше анекдотов припасти. Но, видите, политические шутки сейчас рассказывать нельзя на камеру, поэтому первая часть была очень короткой. Так. Алгоритм Гаусс. А кто уже знает про алгоритм Гаусс? Великолепно. А кто не в курсе, что это такое? Есть такие? Отлично. Угу. Вот. Ничего, это нормальная ситуация. Так, но вот видите, что происходит, когда люди учатся в каких-то хороших школах. То ли дело люди, приехавшие из тайги, значит, где медведи на унициклах катаются. И вот, значит, там на уницикле рядом с медведем едешь в школу, значит, приезжаешь, тебя учат складывать числа. Тут, значит, внезапно раз, ты такой на унициле слегка дальше проехал, попал в университет, а тут алгоритм Гаусса. Вот бывает и такое. Вот сам на унициле сюда приехал. Вот. Значит, смотрите, что такое алгоритм Гаусса? Значит, алгоритм Гаусса – это как раз алгоритм приведения нашей системы вот к такому замечательному виду. Давайте тут можно вот что сделать. Можно сначала сказать, какой у нас замечательный вид, а потом сказать, как к нему приводится. А можно сохранить интригу и начать делать какие-то странные непонятные действия, а потом в конце сказать, смотрите, что же мы получили. Это вот как вот найти клад. То есть долго копаем-копаем, потом раз, нашли клад. Вот я люблю клад, поэтому я расскажу вам второй подход. То есть я скажу, как надо мучить систему, а потом уже скажу, к чему мы придем. И почему то, к чему мы придем, будет хорошо, а не плохо. Так, значит, ну вот есть у нас некоторая система. Значит, давайте... Я сделаю так. Я сначала расскажу про happy case, то есть случай, когда мне будет плевать на всякие странные эффекты, которые могут происходить во время этой процедуры, а потом скажу, что, как эту процедуру нужно модифицировать. То есть основная идея вот в чем. Вот давайте возьмем верхний элемент. Дальше у нас есть преобразование, которое эту строчку с неким коэффициентом вычитает из следующей. За счет этого преобразования и с помощью вот этого коэффициента мы можем здесь добиться нуля. Потом взять, вычесть первую строчку с каким-то коэффициентом ниже и добиться нуля вот здесь. И так далее. И в итоге вот занулим вот этот первый столбик. Получится вот тут вот такая штуковина. Потом посмотрим на второе уравнение, посмотрим вот на этот коэффициент. И такой же процедуры добьемся нулей вот здесь везде ниже. Ну и вот таким вот образом, вычитая более верхние уравнения с более нижних, мы придем к такому вот ступенчатому виду, где внизу под этими ступеньками будут нули, а сверху будет что-то. Вот это так называемый шаг прямого хода алгоритма Гаусса. То есть это прямой ход алгоритма Гаусса. Когда мы вычитаем более верхние уравнения с более низких и приводим к такому виду. Что тут может сломаться?
Да, если будет 0. И в этом случае делается вот что. То есть если у вас тут 0, сканим дальше, находим нулевой элемент. И можно сделать одну из двух вещей. Либо вы можете сделать свап уравнений, и тогда у вас вот тут получается не нулевой элемент, и вы свели к счастливому случаю, когда все работает. Либо можно просто прибавить вот это уравнение к этому, вот, и тогда это тоже этот коэффициент делает не нулевым. То есть иногда бывает нужно делать свап, иногда бывает лучше прибавить одно уравнение к другому там, или вычесть. Это зависит от разных ситуаций. Оба способа подходят. То есть любой из этих двух вариантов вы можете выбрать. Вот. Есть другая ситуация, что у вас может оказаться, что тут одни нули. Тогда этот столбик надо пропустить и перейти к следующему. Вот. Ну и в частности, вот такая ситуация, она может случиться вот здесь, на втором этапе, что, скажем, вот этот столбик может быть целиком 0. То есть, вообще говоря, какой-нибудь там пример. Ну, то есть, вот может быть вот такая ситуация. То есть, когда в первом столбике 0, во втором столбике 0 под ступенькой, а дальше ступенька началась вот отсюда. Вот. То есть в общем виде, значит, прямой ход алгоритма Гаусса, он делает следующее. Он стартует с системы и элементарными преобразованиями строк приводит систему к так называемому ступенчатому виду. То есть в каждой строке, значит, каждая строка начинается с некоторой ступеньки. Вот. И, значит, что это значит? Ну, то есть вот вид у системы вот такой. То есть у таблички, которая задает систему, ниже этих ступенек идут нули, а каждая ступенька начинается с ненулевого элемента. Единственное, что надо понимать, что вот здесь первый ненулевой элемент в первой строке, он может быть правее. То есть если тут есть целиком нулевые столбцы, то есть вообще говоря, он не обязательно с самого начала должен начинаться. То есть вот как выглядит прямой ход алгоритма Гаусса. Вопрос. Есть ли какие-то вопросы по прямому ходу алгоритма Гаусса? Особенно у тех, кто никогда про него не слышал. Окей. Хорошо. Теперь смотрите, что делается дальше. Этого мало. Значит, после того, как мы выполнили прямой ход алгоритма Гаусса, нужно еще сделать несколько действий. Первое, что мы сделаем, вот теперь вот эти звездочки — это не нулевые числа. Мы на них можем разделить и сделать так, чтобы эти звездочки стали единичками. То есть вот теперь мы вот здесь вот делим на вот эти на лидирующие звездочки и переходим к ступенчатому виду, у которого здесь идут единички. Тут нули. После того, как мы это сделали, ну, смотрите, что можем сделать. Мы можем пойти теперь снизу вверх и проделать вот какую процедуру. Вот у нас здесь есть внизу уравнение, где вот тут вот единичка. Я могу взять его, вычесть нужным коэффициентом так, чтобы над ним, над этим лидером, здесь оказался нолик. Смотрите, вот так как вот здесь вот у меня одни нули, то вот эта часть просто никак не поменяется. Вот, а может поменяться только то, что правее. Вот, то есть вот здесь также останутся единички, то есть вот эти элементы никак не попортятся. Но продолжая эту процедуру, я могу добиться того, чтобы нули были, значит, над последним лидером везде. Смотри, мы стартуем вот с такого вида. Вот, когда ступенчатый вид и все лидеры единички. И теперь я беру последнее уравнение и вычитаю из предпоследнего так, чтобы вот сократить вот этот коэффициент. Вот тут, вот тут стоит какой-то коэффициент. Я с коэффициентом минус а вычитаю вот эту строчку из вот этой строчки. Прибавляю, точнее, с коэффициентом. А там разве не нолики? Вот здесь стоит нолики. Вот левая часть не испортится. Вот эта часть занулится, а вот эта, ну, она как-то изменится. Окей? Угу. Вот. Поэтому, произведя вот такую процедуру, мы можем вот здесь добиться нуля. Вот. То есть на вот эту часть нам плевать, как она изменится. Нам главное, чтобы вот тут вот не поменялся вид ступенек, не поменялись величины лидеров. Вот это не произойдет. И продолжая такую процедуру, снизу вверх мы добиваемся вот здесь нулей. После того, как мы расправились с последним уравнением, смотрим на предпоследнее. И давайте с помощью него тоже добьемся нулей повыше. Вот когда мы вычтем вот эту штуку отсюда, то смотрите, то, что левее, мы не испортим, а то, что правее... Вот этот ноль мы тоже не испортим, потому что в нашем уравнении уже в этом месте тоже ноль. То есть, когда мы это сюда прибавляем, вот этот ноль, значит, как бы здесь ничего не попортит.
Вот поэтому вот эти нули тоже сохранятся, но мы добьемся того, чтобы нолик был и над вот этой единичкой. И аналогично мы можем продолжить дальше и сделать нолики над всеми лидерами. Получается процедура, которая приводит вот из такого ступенчатого вида вот к такому ступенчатому виду. И отличие этих двух видов вот в чем. В этом ступенчатом виде все лидеры являются единичками, и над всеми лидерами обязательно стоят нолики. Это так называемый улучшенный ступенчатый вид. Если, да, и вот эта часть алгоритма, которая здесь описана, это так называемый обратный ход алгоритма Гаусса. То есть прямой он идет сверху вниз, а обратно идет снизу вверх. Есть ли у кого-то вопросы по обратному ходу? Вот если на ступеньках, вот в первом примере у нас 1-2, там вообще пофиг, чтобы там... Вот здесь? Пофигу. То есть на эту часть мне плевать. То есть вот то, что вот тут находится, вот незакрашенное, мне плевать. Это могу... Ступенька существует только первый элемент. Еще раз? Ступенька существует только первый элемент. Да. И что над ним? Все нулевые столбцы, мы две нули влево. Нет, мы столбцами вообще никак столбцами не манипулируем. Нет, мы столбцами не манипулируем. У нас нет этих действий. Дело в том, что такое... Запомни, вот эта таблица – это краткая запись системы. Действия над строками, они имеют физический смысл. А действия над столбцами – это, вообще-то говоря, действия над переменными. Ты меняешь порядок переменных. Если ты меняешь порядок переменных, то в итоге ты найдешь решение в другом пространстве. Как бы, ну, когда у тебя переменные идут в другом порядке. Тебе надо запоминать. То есть есть алгоритмы, которые запоминают всякие разные деформации переменных, но это мы обсудим на семинарах. Еще вопросы? Обратный ход алгоритма Гаусса. То есть алгоритм Гаусса состоит в том, чтобы привести систему к улучшенному ступенчатому виду. У него есть прямой ход, есть обратный ход. Обратный ход – это вот какая процедура, когда ты из такого вида получаешь такой, по той процедуре, что я тут описал. Мне еще раз повторю. А прямой – это из произвольного вида системы к ступенчатому. То есть вот это прямой ход, а вот отсюда сюда – это обратный ход. А, то есть они не противоположны? Нет, они не противоположны, это разные вещи. Окей. Так, а вот между вот, на ступеньках и не у этих боков могут стоять вообще любые части? Вот в этих местах? Да. Да, абсолютно все что угодно. Давайте я на всякий случай звездочки поставлю. Вот, то есть тут никаких ограничений нет. И вот, собственно, пример. То есть вот эта система, которая написана здесь, она уже находится в улучшенном ступенчатом виде. Вот красным обозначены ступеньки, лидеры единички, и над нашими лидерами, там, где что-то стоит, там нолики. То есть вот это пример улучшенного ступенчатого вида. Отлично. Что мы теперь знаем? Мы знаем такую замечательную штуку, что мы можем взять произвольную систему и привести ее к улучшенному ступенчатому виду. И при этом множество решений исходной системы и множество решений конечной системы, оно абсолютно одинаково. Поэтому все, что теперь... Ну да, вот по секрету скажу, вот это та самая замечательная система, к которой мы стремились. Это предел мечтаний любого математика, занимающегося алгеброй. Знаете, вот что мне снится по ночам, вот, когда я одинок и мне холодно. Так, значит... Хорошо. Теперь я должен вам рассказать, как из вот этого безобразия... Да, такой вопрос. А кто считает сейчас, что вот если я напишу произвольную систему, он сможет привести ее к улучшенному ступенчатому виду? За конечное время. Давайте, система 4 на 8, если я систему напишу. Кто справится? С бесконечным числом арифметических ошибок. Ага, хорошо. Так, а что останавливает тех, кто не справится? Там дроби получается. Ну и что? Разрешается делать арифметические ошибки. То есть ты видишь, что у тебя 578 972, пишешь один. Кто мешает? Арифметическая ошибка. Всего лишь арифметическая ошибка. Ты чуть-чуть ошибся. Вот. Хорошо. Давайте так. Кто считает, что он понял, что такое алгоритм Гаусса? Есть ли кто-то, кто считает, что нужно что-то пояснить по поводу алгоритма Гаусса, или у него есть вопросы? Скажите, мы получили эти единички, от нас все равно может быть много звездочек. Да. А почему мы решили? Все, почему у нас все хорошо? А вот про это я расскажу прямо сейчас. А звездочки, вообще говоря, военные с тобой не согласятся, они любят звездочки. Там чем их больше, тем лучше. Вот.
Видишь, у меня лекция не заскриптованная, она не один в один совпадает с тем, в прошлый раз. Так, хорошо. Радоваться. Я сейчас объясню, почему. Значит, смотрите, давайте сейчас, прежде чем переходить к решению, я хочу немножко поговорить про терминологию. Вот, и, ну, вот здесь есть еще немножко места, я поэтому вот тут попишу. Вот смотрите, вот у нас есть некоторая система, и она записана вот в таком вот, давайте вот так, вот в таком вот виде. Ну, сейчас меня пока интересует только ступенчатый вид, то есть мне не важно, улучшенный он или такой, потому что как вот то, где начинаются ступеньки, оно не зависит от того, у нас улучшенный вид или просто ступенчатый. Вот когда система находится в таком ступенчатом виде, смотрите, что у нас происходит. У нас вот этим лидерам соответствуют какие-то переменные. Ну, скажем, тут x1, x37, x128, x531. Понимаете, да, какого рода система будет задаваться на домашних заданиях, если в качестве примера даются такие индексы? Вот, и это еще не последние переменные. Вот, так вот, те переменные, которые соответствуют лидерам в ступенчатом виде, они называются главными. Давайте я... Вот их, товарищ, это главные переменные. А вот все остальные переменные, вот эти вот, которые живут вот в этих частях, ну, соответственно, там будут от x2 до x36, ну, и так далее. Это свободные переменные. Вот. И еще по поводу этой терминологии, значит, когда говорят главные свободные переменные, ну вот здесь переменная соответствует столбику, поэтому я еще периодически говорю, что вот соответствующий столбик является главным или свободным, или соответствующий вот этот коэффициент является главным или свободным. Ну, то есть вот обычно, правда, про коэффициенты, про лидеры, я могу еще сказать, что они не лидеры, а, например, главные коэффициенты. Вот, ну, то есть, есть как математика — это искусство одинаковые вещи называть по-разному и разные вещи называть одинаково. Вот, поэтому вот я люблю иметь в своем распоряжении кучу разных способов называть одно и то же. Вот, но это позволяет мне выглядеть умнее, вот, а вас запутать и выглядеть глупее. Вот, вы же понимаете, что единственная задача лектора – это самоутвердиться за счет студента, вот, и выглядеть умнее, чем студент. Вот, никакой другой задачи передо мной не стоит. Значит, хорошо. После этой терминологии давайте поговорим о том, как решать. Ну, я сделаю так. Как обычно бывает, что лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать. Я вот хочу сначала на примере продемонстрировать вот на этом, как пишутся все решения. Вот. Если вы поймете на этом примере, вы легко обобщите на самый общий случай, как это делается. Значит, ну вот давайте я эту системку перепишу. Вот пусть у нас есть такая штука. Смотрите, что это значит? Я ее даже перепишу сюда в виде системы. То есть у нас написана такая штука: x1 плюс 2x2 плюс, значит, x4 равно 4. А здесь будет x3 плюс 3x4 равняется 5. Смотрите, давайте сделаем следующее. Вот у меня здесь есть свободные переменные. Есть главные переменные. Давайте я возьму в качестве свободных переменных, подставлю произвольные числа. Вот я возьму и скажу, что пусть у меня x2 равняется какому-то числу а, x4 равняется какому-то числу b, и а и b — это вообще два произвольных числа, какие вот я не захочу. Тогда у меня все вот это хозяйство, во всем вот этом хозяйстве красные товарищи превращаются в конкретные числа. Я их могу перенести направо, и после этого оставшиеся зеленые переменные, главные, они однозначно выражаются через правую часть и вот эти подставленные числа. То есть таким образом, для любой подстановки свободных переменных я однозначно вычисляю значение главных переменных, и вот получившийся набор из четырех чисел образует решение. То есть все решения параметризуются всевозможными значениями для свободных переменных. Кто понял, что сейчас произошло? Если кто-то, кому надо пояснить, что сейчас произошло? Окей.
Значит, смотри, давай я просто чуть-чуть медленнее. Значит, вот если я сейчас возьму, подставлю вот эти произвольные значения вместо этих переменных, то в итоге для x1 у меня получится выражение 4 минус 2a минус b, а для x3 у меня получится 5 минус 3b. Причем, заметь, вот эта система, она эквивалентна вот этой. Ну, просто я перенес одно в другую часть. А эта система, она, это, ну, как бы, это та система, которую мы хотим решить. Вот, но вот у этой системы все решения записаны явно вот в каком виде. Значит, 4 минус 2а минус b, а, значит, 5 минус 3b, b. Вот это все возможные решения, когда а и b пробегают r. Окей, отлично. Вот. Но, значит, смотрите, какая штука. Значит, идейно, значит, здесь вот какая вещь, что для того, чтобы решить систему, достаточно выразить главные переменные через свободные. Правда, здесь пока мы писали в очень некультурной, некрасивой форме, я сейчас покажу, как это можно более приятным образом записать. Вот, а вот здесь вот, значит, я выписал полное решение, то есть когда я просто соответствующие свободные переменные расставил на свои места, выражение главных через свободные на свои, и вот эта штука, на нее можно смотреть как на генератор решений. То есть, когда вам дана произвольная система, очень легко проверить, является ли что-то решением этой системы или нет. Вы просто подставляете и смотрите, у вас верное равенство или нет. Но с помощью произвольной системы тяжело генерировать решение. А вот эта штука, с помощью нее можно и легко проверять, является ли что-то решением или нет, и также легко генерировать. Вот, вы просто, ну вот, для того, чтобы проверить, надо проверить, вот, что выполнены эти соотношения, а чтобы генерировать, задаете произвольные вот эти товарищи, а эти вычисляются по формулам. То есть именно поэтому вот такая штука считается, что мы, когда мы получили такую штуку, считается, что мы решили систему. Потому что мы можем эффективно описать множество всех решений. Мы можем и как легко проверить, что что-то лежит в множестве решений, так и легко сгенерировать любое решение. Так, отлично. Значит, теперь смотрите, какая вещь. Давайте вот еще какой приведу пример любопытный. А что если у нас, мы пока еще не обсуждали как бы количество решений ни в каком виде. То есть сейчас я вам описал ситуацию вот только для вот этого конкретного частного случая. Давайте сейчас поговорим о том, что бывает в общем случае и что влияет на существование решений и на их количество. Значит, смотрите, вот если я возьму теперь в общем случае систему, значит, у меня может быть две ситуации принципиальные. То есть когда я привожу ее к ступенчатому виду, да, еще на всякий случай сейчас поясню. Значит, вот я тут говорю про главные свободные переменные, но вообще говоря, главные свободные переменные определены только для ступенчатого вида. Мы пока еще не знаем, единственный этот ступенчатый вид или нет. То есть мы могли стартовать систему, пойти каким-то одним способом, получили ступенчатый вид одного вида, пошли другим способом, получили какой-то другой совершенно ступенчатый вид. Такого, конечно, не окажется, я про это расскажу. Вот. Но вообще говоря, значит, на данном этапе надо быть аккуратными, и мы пока этого секретного знания не знаем. То есть ступенчатые виды, вообще говоря, могут быть разные, хотя нет. Вот, значит, теперь смотрите. То есть, когда я привел систему к ступенчатому виду, может быть две ситуации. Ситуация номер один. У меня есть ступенька справа от черты. Ситуация номер два. У меня нет ступеньки справа от черты. Что означает первый случай? Нет решений. Кто понимает, что первый случай – это нет решений? Так. Так, так. Кто все еще не видит, почему первый случай означает нет решений? Или кому это нужно пояснить? А, нужно пояснить, да? Угу. Смотри. Значит, давай посмотрим на последнее вот это ненулевое уравнение. То есть все ниже, они целиком нулевые. Что здесь написано? 0 на x1 плюс 0 на x2 плюс 0 на xn равняется чему-то ненулевому. Вот, поэтому это случай, когда решений нет. В этом случае решения есть, и они находятся вот тем методом, как я сказал. То есть мы вместо каждой свободной переменной можем подставить любое значение, а после этого главные переменные выражаются однозначно через свободные, и это нам описывает все решения. То есть тут решение обязательно есть. Но от чего зависит количество решений? От наличия свободных переменных. То есть у вас тут такая вилка. Если у вас есть свободные переменные, или у вас нет свободных переменных,
случае, когда у вас есть свободные переменные, у вас бесконечное число решений. А в случае, когда нет свободных переменных, у вас единственное решение. Есть ли у кого-то вопросы по одному из этих двух пунктов? Можно еще раз повторить верхний случай? Верхний случай? Какое условие? Условие, что есть ступенька справа от черты. То есть вот в таком виде лидер... Она, соответственно, знаку равенства. То есть она отделяет свободные члены от части с переменными. Ну просто я сейчас работаю с табличкой, и я формулирую условия в терминах таблицы, а не в терминах системы. Вот. И в терминах таблицы это означает, что вот у меня справа черты есть один единственный столбик, и там встретилась вот такая фигня. Угу. Так, еще вопросы? Хорошо. Так. Великолепно. Так, что? Я обязательно про что-то забыл. Это аксиома. Вопрос про что? Зараза. Все прям, все рассказал. Так, значит, теперь смотрите, какую еще вещь я хочу вам рассказать. Мы так красиво, замечательно рисовали таблички, решая нашу систему, приводили ее к ступенчатому виду, и потом на так по щам система опять, выражения, какие-то тут фигурные скобки. Непорядок, надо как-то по-другому. Вот это все мероприятие с выражением главных переменных через свободные можно записать в более удобоваримой форме. Давайте поговорим про него. Ну, то есть, вообще математика, она такая, наука про рисование картинок на листе бумаги, поэтому чем картинки более красивые, более короткие и лаконичные, тем математикам это больше нравится, поэтому они придумают миллионы способов рисовать всякие более изысканные картинки. То есть вообще математика — это не наука, так, чтобы если вы знали. Вот физика, химия — это наука, математика нет. Математика, она ближе к живописи. Единственная разница между живописью и математикой в том, что вот у математиков есть какие-то правила, по которым рисуются картинки, а в живописи нет никаких правил. Там кому что больше нравится, тот то и рисует. А у нас есть немножко ограничения. Вот. Хорошо. Значит, давайте сделаем так. Давайте я вам пару слов скажу про простейшие операции над табличками. Давайте сделаем такую вещь. Хочу ли я про это вам сейчас говорить? А давайте. Давайте введем вот какие обозначения. Когда я буду говорить про... Окей. Есть у меня столбик из чисел. А1, АН. И другой столбик из чисел. B1, BN. Вот я могу определить формально их операцию сумму, когда вы эти столбики по координатам складываете. И я могу определить операцию умножения числа на какой-то столбик. Вот. Если у меня есть какие-то столбики, я легко их могу складывать и умножать на числа. Это позволяет мне быстренько работать сразу со столбиками. Так вот, когда у нас есть такая система, давайте еще раз напишу. То в этом случае... Так, у меня маркер. Отлично. Так, смотрите, я хочу сказать, что вот как можно выразить быстро главные переменные через свободные. Я сейчас напишу, потом посмотрим. Кто понимает, почему эти формулы верные? Окей. Да. Во-первых, я хочу сказать, что то, что я здесь записал, это ровно вот эти формулы, только я сделал следующее. Я не сделал ненужную подстановку, вместо x2 и вместо x4 не стал подставлять a и b, но просто скажу, что x2 и x4 — это любые числа. А дальше я могу вот это равенство, вот которое здесь написано, переписать в таком виде. Давайте покажу закономерность. Закономерность такая. Вот здесь столбец правой части. С каждой переменной
идет свободный соответствующий столбик. То есть вы берете, пишете столбец правой части, потом минус свободная переменная умножить на ее столбик, минус свободная переменная умножить на ее столбик. Получается такая штука. Вот это быстрый способ, как выписать, значит, решение для произвольной системы в улучшенном ступенчатом виде. Таким образом, вы сразу, мгновенно, не думая, пишете, как выражается главное через свободное. А метод проверки – самый лучший метод на свете в математике. Есть такой метод пристального взгляда. Вы долго смотрите на равенство и понимаете, что оно очевидно. Вот и все. Вот, кстати, вот есть такая наука, как комбинаторика или дискретная математика, значит, где все задачи решаются ровно этим методом. То есть вам дают вот огромную формулу и просят доказать. Ну как вы решаете? Вы сидите, двое суток на нее смотрите, вы говорите, очевидно. И преподаватель говорит, да, действительно очевидно. У вас зачет по предмету. Вот, как бы, вот ровно этим методом, значит, проверяется вот эта формула. Вы на нее смотрите и понимаете, что она очевидна. Есть ли кто-то, кто не понимает, почему эта формула верна? Есть ли кто-то, кто не понимает, как эту формулу обобщить на самый общий случай, когда произвольная система в улучшенном ступенчатом виде? Окей. Да. А разве не могут быть вот эти переменные, которые главные, выражены через главные? Так, мы так не делаем. Мы стараемся соблюдать правила приличного общества и не выражать главное через главное. Смотрите, почему не может главная переменная выразиться через главное? У нас есть следующее условие. У нас, вот я сейчас нарисую улучшенный ступенчатый вид в общем виде. Это хороший вопрос на самом деле. Смотри, значит, когда я перекидываю свободные переменные направо, то есть вот то, что соответствует вот этим частям вот сюда. Что происходит в левой части? Первое уравнение, заметь, оно зависит только от x1. От вот этих главных оно не зависит, потому что тут нули над лидерами. Второе уравнение зависит только от вот этой переменной. От этих оно не зависит, тут нули. Поэтому каждое, после того, как ты все свободные переменные перекинул направо, каждое уравнение зависит только от одной главной переменной. Поэтому у тебя только одна главная выражается через все остальные свободные и, значит, столбец правой части. Окей. Да, такого невозможно. Так, что-то я еще хотел сказать. Сейчас. Я еще какую-то вещь хотел сказать полезную. А, вот. Есть еще такая вещь, как... вот системы можно разделить еще на два класса. У них есть название, значит, это однородная и неоднородная система. Это очень просто. Если у вас есть система, у которой вот здесь стоят все нули в правой части, это так называемая однородная система линейных уравнений. А если у вас есть хотя бы один не нуль, ну, то есть вот что-то здесь стоит, это неоднородная система. То есть это просто система линейных уравнений или неоднородная система линейных уравнений. А это однородная система линейных уравнений, ОСЛУ. Вот любому ОСЛУ понятно, что это однородная система. Так, это чисто вопрос терминологии. Вот, есть некоторая связь между... То есть бывает очень полезно посмотреть на систему линейных уравнений с одинаковой левой частью, то есть вот эта вот левая часть, но нулевой или не нулевой правой части, между ними есть некоторая связь, значит, между решениями этих товарищей. Вот, но сейчас посмотрим. Если я ничего не придумаю, что сейчас рассказать и чем заполнить оставшиеся 15 минут лекции, потому что я что-то как-то действительно, политкорректность меня сегодня, значит, заставила, значит, пропустить часть, либо я сейчас просто перейду к следующей лекции и немножко расскажу что-нибудь оттуда. Да, давайте тогда я перейду просто к следующему материалу, раз мы такие шустрые. Значит, ну, про это я вроде более-менее все рассказал. Да. Что именно? Вот это? А, окей, смотри. Наша задача... Да, давайте я объявлю вообще, какая была задача. Мы хотели решить систему линейных уравнений. Смотри, 5 секунд буквально. Смотри, мы хотим глобально решить систему линейных уравнений. Что это значит вообще, решить систему линейных уравнений? Это значит, мы должны описать множество решений. Что значит описать какое-то множество? Это вообще некоторая философская проблема. Что значит описать множество? Описать число понятно как. Ты просто предъявляешь имя этого числа, например, 5.
Но есть другая проблема. Например, ты можешь рассмотреть какую-нибудь последовательность 1 плюс 1n в степени n. И хочешь описать ее предел. Для него, для этого предела пришлось вводить новое имя. И это имя Е. Е придумали не потому, что вот людям хотелось новую букву ввести в математике, а потому что никак нельзя было описать, чем является вот предел этой последовательности. Поэтому вопрос описания чего-то – это как бы такая проблема, которая предполагает, ну, как непонятно, что это значит. То есть ты должен определиться, чего ты хочешь от этого описания. И в данном случае от описания множества решений мы хотим две вещи. Мы хотим, чтобы мы могли очень быстро проверять эффективно, является ли что-то решением, а второе, мы могли бы быстро генерировать все возможные решения, и когда мы генерируем, мы обязаны пройтись по каждому решению в точности один раз. То есть мы должны найти как бы некоторые очень-очень хорошие описания вот с такими свойствами. И вот когда мы получаем вот такой набор формул, мы ровно это описание и получаем. Вот когда мы имеем такой набор формул, мы очень быстро умеем проверять, является ли какой-то набор чисел решением, и мы очень быстро умеем генерировать, значит, все возможные решения так, что ты по каждому решению пройдешься один раз. Вот именно поэтому получение вот таких формул, выражение главных переменных через свободные и правую часть, является решением, ну, считается решением системы. А, окей. Значит, смотри. Ну, вначале ты должен привести к систему к улучшенному ступенчатому виду. После этого, смотри, какая штука. Ты берешь, смотришь на номера главных переменных, пишешь их сюда. А потом здесь пишешь так. Столбец правой части минус свободная переменная на ее столбец. Минус следующая свободная переменная на ее столбец. То есть у тебя здесь справа будет слагаемых сколько? Одно слагаемое для правой части, еще столько же слагаемых, сколько свободных переменных. И, собственно, вот эта штука, она и объясняет, почему, когда есть свободные переменные, у тебя бесконечно много решений. Отлично. Так. Хорошо. Может, еще вопросы? Давайте, надо еще 10 минут протянуть, добежать до канадской границы. Еще чуть-чуть. Я только на вас надеюсь. Зачем делить наоборотную систему, а не просто систему? Замечательный вопрос. Во-первых, шутка про осла стоит 10 баллов на экзамене. Вот. Во-вторых... Есть. Это мы подумаем. Это то, что остается на усмотрение лектора. Вы знаете, вот есть такая вещь, как чувство юмора. Вот вы когда произносите шутку, смеются над ней или нет, зависит не от содержания шутки, а от того, как вы ее рассказываете. Вот здесь, видимо, то же самое. Нет, на самом деле, во-первых, я хотел сказать некоторую терминологию. Я столько лет забывал на лекции официально сказать, что вот есть однородные системы и неоднородные, а теперь в первый раз про это вспомнил и рассказал. Вот они семинаристы будут про это вам рассказывать, шутки про ослов. Вот, так что я вот часть бонусов у семинаристов отобрал. Значит, ну это просто чисто терминологическая вещь, а вообще говоря, дальше я просто, может быть, скорее всего, на семинарах просто обсудим, как связано множество решений для такой и для такой. Самая главная вещь про однородную систему, что надо понимать, вот у такой всегда существует решение. Кто это понимает? Что у однородной системы всегда есть решение. Есть ли кто-то, кто это не понимает или не видит? Нужно пояснить, да? Ну смотри, когда система вот такая... то у тебя никогда не может возникнуть ступеньки справа от черты. Хотя бы одно решение, да. Нулевое. Ну просто нулевое всегда есть. Ты можешь подставить ноль, и у однородной всегда есть нулевое решение. То есть мы можем решить однородную, а потом прибавить столбец сразу. Не совсем. Не совсем. Может быть, вот какая штука. Смотрите, ну ладно, давайте тогда вот это обсудим. Давайте обсудим связь между решениями этой системы и этой системы. Значит, во-первых, может быть ситуация такая. Вот у этой штуки всегда есть решение. А вот у этой штуки решение может не существовать. Оно может не существовать. То есть может так оказаться, что тут есть решение, даже много, а тут решений нет. Кто может привести пример? А, ну вот я одну руку видел, кто еще? Так, раз. Хорошо. А кто может привести пример? Давай так, сколько у каждого в примере переменных и уравнений? Одна. Отлично. Одна переменная, одно уравнение. Ну, этот пример писался на доске. Вот, да, то есть у вас может быть такая ситуация. 0х равняется 0, а здесь 0х равняется 1. Вот в этой ситуации здесь решение до черта, а здесь решений нет. Поэтому никакой связи между этими двумя множествами в этом случае нет.
Но если вдруг так оказалось, что у этой системы решение все-таки есть, то есть ситуация следующая, что вот тут существует решение, то в этом случае у этих двух систем одинаковое количество решений. Вот, и можно явно указать, как эти решения связаны. Давайте тогда это... Давайте я вот что нарисовал. Вот здесь одна и та же левая часть. Вот, да, я это сказал, но не подписал. Вот, предположим, здесь две системы, у которых левая часть одинаковая. Они отличаются только правой частью. И тогда может быть, что у левой решение есть, а у правой решения нет. При том, что левая часть одинаковая. То, что вот слева от равенства. То есть это пример. Вот, но, значит, если в этих же условиях у правой нашлось хотя бы одно решение, вот вам кто-то пришел сверху, там, шепнул на ухо, там, Леха, решение такое. Вот, после этого вам, на самом деле, достаточно решать только левую систему, и вы можете с помощью решения левой описать все решения правой, и наоборот. Значит, но, я не знаю, на языке системы это отвратительно это обсуждать. Я бы хотел, конечно, про матрицы больше рассказать. Но давайте я сейчас сделаю так. Я вам скажу, что здесь происходит, почему, какая связь между решениями. Пару слов скажу, почему это так, а нормальное объяснение, почему это так, скажу в следующий раз, когда я про матрицы поговорю, уже по-нормальному. Значит, смотрите, какая вещь. Вот есть одна система, есть другая система. И, предположим, у меня есть решение, скажем, как его назвать, давайте x0. Это решение. То есть, когда я говорю x0, это x0 из Rn. То есть, у него это такой столбец из моих перемен, ну, значений. Вот. А я утверждаю вот какую вещь. Что если я возьму произвольное решение здесь, вот для такой системы, то тогда x0 плюс y это будет решение для правой системы. Где сумма это вот в этом смысле. Сумма столбцов, как я определял. То есть вы покомпонентно складываете. И наоборот, если у вас было z какое-то решение вот этой системы, то тогда z минус x0 это будет решение однородной системы. Вот эти два отображения дают вам биекцию между вот решениями вот таких двух систем. Но чтобы эта биекция существовала, вам нужно, чтобы у вас было хотя бы одно решение у правой системы, потому что именно с помощью этого сфиксированного частного решения вы находите эту биекцию. Так, давайте так. Кто понял утверждение, которое сейчас сформулировано? Есть ли у кого-то вопросы по утверждению? Можно еще раз про связь? Угу. Смотри, вот есть две системы. И пусть то есть у этой всегда есть хотя бы одно решение нулевое. А вот у этой мы требуем, пусть есть. Вот эта часть условия. Пусть существует решение x0. Где x0, я имею в виду столбец из чисел. Вот. И тогда есть следующая связь. Если я возьму какое-то решение левой системы, то есть столбец из чисел, и прибавлю к нему вот это частное решение, то есть по компонентам сложу два столбца, то вот то, что получится, вот этот новый столбец, это будет решение вот этой правой системы. Наоборот. Так ведь x0 это уже решение этой системы? Да. x0 плюс y тоже решение этой системы? Да. То есть два решения, то есть бесконечно? Не обязательно. Здесь может быть только нулевое. Да. Может так оказаться, что есть только нулевое, и тогда это биекция, что тут одно и там одно. Вот. А в обратную сторону, если я взял здесь решение, то, соответственно, если я вычту x0, то получу вот это. Значит, смотрите. Теперь, а кто понимает, почему вот эти правила дают биекцию между решениями? Хорошо. А кто считает, что все-таки надо что-то сказать, почему это так? Окей, хорошо. Смотрите. Но давайте вот какую вещь проговорю. Вот. Есть две вещи, которые надо показать. Первая вещь. Надо показать, что если это решение, то такая штука тоже решение. И в обратную, если это решение для этой, то вот это решение для этой. Это первая часть. А вторая, почему эти два отображения взаимно обратны? Ну, почему эти два отображения взаимно обратны, должно быть очень просто. Потому что если я прибавлю x0, потом вычту x0, я получу то же самое. Или если я вычту x0, прибавлю x0, получу то же самое. То есть эти отображения уж точно взаимно обратные. Единственное, что нам надо проверить, что они не выводят из множества решений, что мы действительно из решения получаем решение. А здесь вот какая штука.
Для того, чтобы проверить, что это является решением, достаточно проверить для каждого уравнения. Давайте возьмем здесь какое-то уравнение. А1, x1 плюс так далее. АН, xn равняется b. А, точнее, слева это 0, а справа это а1, x1 плюс так далее плюс АН, xn равняется b. Теперь, если у меня есть решение y, то это значит, что у меня выполнено а1, y1 плюс так далее плюс АН, yn равняется 0. А если, ну, x, ну, ну, давайте пусть вот x1, xn — это координаты x0. Это будет решение правого. Тогда что такое будет x0 плюс y? Это будет такая последовательность: x1 плюс y1, x2 плюс y2. И надо показать, что решение этой штуки. То есть надо проверить, что выполнена вот такая вещь. То есть надо показать, что если выполнено это и это, надо проверить вот это. То есть я это проделаю для каждого отдельного уравнения. Поэтому если я проделаю для одного уравнения, значит, получится и для системы. Ну а здесь просто раскрываю и вижу, что это сумма этого с этим уравнением. Значит, верно. Аналогичное справа налево. Кто понял? Отлично. Если кто-то, у кого остались вопросы? Отлично. У меня остался к вам вопрос. Лекция закончилась, что вы здесь делаете? Спасибо, ребят, что пришли. Значит, надеюсь, вам было интересно.